Большая радость для молодых семей. В администрации города участникам федеральной подпрограммы «Жилище» вручили денежные сертификаты на погашение ипотечных кредитов. Суммы от 367 до 550 тысяч рублей получили 52 семьи. Наталья и Александр Цукановы ждали своей очереди на получение сертификата около 7 лет. Двухкомнатную квартиру взяли в ипотеку и сегодня закроют долг. Квартира, в которой мы живем, фактически она ипотечная, сейчас мы гасим почти полмиллиона, больше даже, вот, и это довольно большое для нас событие. Под категорию «молодые семьи» попадают люди, чей возраст не превышает 35 лет. Деньги возвращают тем, кто уже взял ипотеку или только собирается взять деньги у государства на покупку или строительство нового жилья. На программу этого года из бюджета всех уровней выделено 30 миллионов рублей. Очередь составляет порядка 538 человек. Естественно, учитывая то, что с каждым годом очередь увеличится, это прежде всего с тем, что теперь больше молодых семей желает принять участие в данной программе.